Привет. Привет, дорогие. Всех счастливым понедельником. Счастливым понедельником всех. Как настроение? Как после выходных? Справляетесь? Сказал. Интересный привет. Привет, Настена. Все хорошо, спасибо. Все нормально. Хорошо у тебя. У меня нормально. У меня нормально. Посмотрим, может будет еще лучше. Вот. Предвкушение. Опять в предвкушении. Мирись, Саша, скорее. Нет, Саша, я мириться не намерен. Ну, в плане, как сходиться. Мириться-то бог с ним, как бы. Я, на самом деле, с чего бы мне зла держать, я не держу зла. Вот, ну, просто приветики. Как всегда, привет с Минска. Минска, привет, Беларуси, привет. Привет, большой Витек, привет. Мне кажется, нихера не нормально. У меня не нормально. Ну нет, у меня на самом деле смешанные чувства, поэтому такая ситуация, так говорю. Какие планы на сегодня? Сегодня у меня подготовка к завтрашнему вылету. Вот, сегодня один массаж. Родной, ну прям похорошел. Спасибо большое. Так, но это временно. Что еще? Сегодня встал с отличным настроением, послушал хорошую музыку. На самом деле, вот для меня музыка это такой хороший заряжающий фактор. Нет, с Сашей встречаться не намерен. Вот, у меня в Москве будут очень такие график очень плотный, в плане того, что я с самолета сразу же полечу, за пригласительными поеду. Потом у нас расселение в гостинице, потом я встречусь с братом, поездим по Москве немножечко и, ну, Шева вам не звонит сама? Да нет, нет, мы с Сашей очень мало, редко списываемся, связываемся. Вот, почему вы разошлись? Потому что у нас с Сашей были очень сильные скандалы, и эти скандалы ни к чему хорошему бы не привели. Уходишь от ответственности в воспитании ребенка. Уф, какие актеры будут на ковровой дорожке? Должен быть Воля, Колокольников, Чурина, Жикин. Не знаю, может быть, и зарубежных кто-то будет. А если Саша тебя подловит, типа мимо проходила, как отреагируешь? Не знаю. Бывало ли, что массаж заканчивался сексом? Нет, я веду себя очень профессионально в этом плане, считаю, что, ну, это того не стоит. Я думаю, что если даже есть какая-то симпатия, то лучше это делать вне, как бы, работы. Ты в Москве себе квартиру уже снял? Нет, я в Москве буду жить в гостинице на Новом Арбате. Да, оставьте вы от него, Саша, они сами решат. Вот. На ПМЖ в Москву не планируете? Нет, пока не планирую. Не хмурьтесь, морщинки на лбу. Да, на самом деле плевать, пускай будут. Вот, не успел зайти, а тут опять за Сашу поговорить, ни о чем, пока заходи, спрашивай что-нибудь хорошее. Клиентки сами не знакомятся. Клиентки знакомятся, ну как сказать, по большому счету клиентки, когда приходят, они уже, грубо говоря, знают, кто я. Вот, поэтому так, как-то так. Если окажется, что ребенок твой, отношение к ней изменится, у меня к Саше нормальное отношение, у меня нет к ней какой-то там неприязни или еще чего-то. У меня просто, я понимаю, что мы не сможем, бонжорно, мы не сможем с Сашкой просто жить вместе, вот в чем дело. Ты где? Я у себя дома на балконе. У меня просто нигде больше связь не ловит в доме, там, или она ловит с перебоями. Здесь самое нормальное место. Я, знаете, столько совершается плохих вещей там на базе там ссор бытовых, что на почве бытовых ссор,
мне 32, что я понимаю, что у нас с Сашей все идет к тому, что мы когда-то возьмем просто и друг с другом там очень жестко подеремся или еще что-то вроде того. Wi-Fi нет пока, я просто недавно заселился и пока думаю еще, честно, оставаться здесь, не оставаться. Вот, how is life? Life is normal. Вот, нашел квартиру, да, нашел квартиру. Дальше, как получилось сниматься с Шварценеггером? Ну, это дело случая, на самом деле. Кино вообще случайность, то есть нет такого, что ты взял и у тебя там получилось все само собой. Хотя оно так и есть, само собой. Невозможно угадать, получится у тебя в кино или не получится. Вот у меня получилось сняться с Арнольдом Шварценеггером, с еще хорошими актерами. Вот сразу же со старта очень интересный проект. Я плохо знаю вас и ваши бывшие отношения, но желаю вам добра. Спасибо большое. Цена съемного жилья. Я снимаю за 12 тысяч. Ребенку свою фамилию дашь? Но это Саша будет решать, возьмет она фамилию мою или нет. Саша тебе звонит? Нет. Привет, английский в идеале знаешь? Ну, не в идеале, но знаю. Свое жилье не планируете покупать? Конечно, планирую. Как только будут деньги на свое жилье, сразу же куплю. Саша где живет? В Москве, да. Комста Пучи Аскато Саша. А вот это вроде бы итальянский, его не понимаю. Коместай. Как дела? Коместай. Пучи Ласкато Саша. Не знаю, как переводится, но типа как дела, как дела у Саши, что ли, или что? Или после расставания с Сашей, не знаю, наверное, так. А дети с бывшей женой в своей квартире живут? Да, да. Ты в Краснодаре насовсем? Да, планирую здесь быть, си. Си, это по поводу... Как дела с Сашей? Там, после расставания с Сашей? Нормально все, спасибо большое. Ты в Краснодаре насовсем, я уже сказал, что ты со своими детьми общаешься? Общаюсь, конечно, каждый день общаюсь. Дети симпатичные. Спасибо большое. Как у тебя дела? Все хорошо, спасибо большое. Привет, привет. Есть немножко времени у меня, в общем, после вторых родов бывшая жена поправилась. Нет, у меня, кстати, моя бывшая очень быстро приходит в форму. Единственное, что после вторых родов у нее довольно был растянут живот, и ей пришлось делать абдоминопластику, то есть часть кожи живота ей убирали. Вот, потому что, ну, она у меня маленькая, а дети такие. Несмотря на то, что второй был не очень крупный, но он как-то много места, видимо, занимал в животе. Вот, разлегся. Реально похудеть после массажа? Нет, это ложь. После массажа, он, конечно, массаж запускает какие-то, там, скажем, обмен веществ, но именно по верхних слоях кожи. Вот. А жировые клетки, их даже после антицеллюлитного массажа, то есть вы не сможете жировые клетки промять, это бред. Вот, массаж, он просто помогает, скажем так, какую-то небольшую роль играет. Сашка достала тебя конкретно, да? Ну, видимо, да, раз я принял такое решение. Как зовут твою жену? Даша. А ты не хочешь взять под свой контроль в зале кого-нибудь? Я когда-то был тренером, и действительно у меня получается неплохо замотивировать людей. Я доводил тех, скажем, клиентов, которые со мной занимались, до ума. Ну, и неплохо получалось. Вот, но сейчас, не знаю, стоит ли это того, просто посмотрим. Садитесь с бывшей женой. Нет, я думаю, что это не стоит, потому что, скажу вам причину. Я тоже, Даша, вот. Потому что уже много было сделано такого не очень хорошего, что видела бывшая, что видел я, и уже невозможно будет как бы склеить то, что мы разрушили. За третьим сходите с Дашей? Да нет, спасибо. Вот. А в смысле, ты женился или бывшую Дашу зовут? Мою бывшую жену Дашу зовут. Я тоже Даша. Здорово. Познакомимся поближе.
Да куда уж ближе. Между нами только экран. Вот. Я бывшая жена Вити. Подписывайтесь. Диана. Ну нет, на самом деле, Диана не моя бывшая жена. Даже не девушка, наверное, бывшая. Вот. Си браво рагасон. Нон девас старе колей. Перчели. Он пюнен. Страбене. Cervello Ambambino Auti. Но я не могу читать по-итальянски в этот, я не знаю. Сколько лет бывшей жене? 31. Красавчик, спасибо. Ченис сайты. Не понимаю. Пожалуйста, этот, итальянцы, пожалуйста, говорите на русском. Итальянцы в России, пусть будет. Здравствуйте. Бывшая жена есть в соцсетях? Да, есть. Ты на ПП? Да, стараюсь. Как дела? Нормально, все, спасибо. Скажи честно, на Дом 2 есть сценарий? Нету. Красивый. Спасибо большое. Привет. Вин Рома ди фачо. Скари бели рагаци. Не понимаю. Что с лицом? Ну, что мне с лицом? Что мне с лицом? В каком городе живешь сейчас? Краснодар. Привет, Владивосток. Владивосток, привет. Парень, меня до ума. Потрень меня до ума. Я тренируюсь в Safari Sport, поэтому я не знаю, если вы бы там тренировались, возможно, я бы вас тренировал. Хорошо платили на Дом 2? На Дом 2 всем платят по заслугам. Вот. Что на Дом 2 не вернешься? Ну, пока не вернусь. Пока нет. Вот. А почему с женой бывшей разошлись? Ну, я просто посчитал, что нам друг без друга будет легче. И так и есть. Сейчас рекламу не предлагают, сейчас нет. А с кем живешь? Живу один. Я тоже там. Напиши в личку. Вот, может быть, и потренируемся. Вот. Zara Official, привет. А предлагают на Дом 2? Нет, не предлагают. Инон пасаскрис русова. Сета Италия. Мама Украина, папа Италиано. Умпио. Блин, интересно читать, кстати, по-итальянски. Как будто что-то понимаешь. А что с Шевой? Выкинула ролик со слезами о доме страдать. Что не дает ей жить со своей семьей? Не знаю, спросите у Сашки. Вот, как бы, я этого не понимаю, поэтому не могу. А побились бы на Дом 2, приходы к тебе были бы. А посмотрим. Посмотрим, какое чувство, что тебе скучно и масса свободного времени, которое не знаешь, как занять. Ну, сегодня, кстати, у меня действительно масса свободного времени, я, как сказать. И, ну, с одной стороны, мне скучно, действительно, потому что у меня сейчас никого нет, дети пока в садике, вечером из садика детей заберу, и у меня будет уже не до Инстаграма. Как с Безосом общаетесь, и как к Милене относишься? К Безосу отношусь, ну, с Безосом общаемся, мы с ним друзья хорошие. А к Милене отношусь просто как к девушке, которая любит Леха, и все. Как я к ней могу относиться? Я вообще не смотрю за ней, скажем. Я только за Лехой смотрю. С кем общаешься из Дома 2? С Бесом, с Капой. Ну вот. Мама только учила русский, пишет. Саша аборт не сделала, будет рожать. Будет рожать, да. Так, ладно. Дети у тебя часто остаются? Нет, дети у меня не часто, где-то пару раз в неделю, может быть, они у меня остаются поспать. А на вечер я их часто забираю, почти каждый вечер. Сегодня вот точно заберу. Ай. Саша вроде бы вчера делала аборт, выкладывала. Я не знаю. Не говорила мне ничего. Сашу любите? Нет. Вот. Ну, а что еще? Ладно.
Мои дорогие, целую вас, обнимаю, на связи. Услышимся, увидимся. Па-па-па-па-пам. Пум.